Одна из достопримечательностей Ларнаки – это соленые озера. Летом они высыхают, и вся поверхность порядка 5 квадратных километров покрывается белой сверкающей коркой соли толщиной до 10 сантиметров. Вплоть до конца 20 века, в период высыхания озер, здесь добывали соль, ведь это естественное место наземных залежей морской соли на Кипре. А первые документальные свидетельства о промышленной добыче и экспорте соли относятся к венецианскому владычеству 15-16 веков. Легенда возникновения этих озер связана с одним из самых почитаемых святых на Кипре – святым Лазарем. После своего воскрешения Иисусом Христом в Иудее Лазарь переселился на Кипр и прожил на острове еще 30 лет. Однажды, замученный жарой, он проезжал мимо богатых виноградников и остановился попросить кисть винограда, чтобы утолить жажду. Хозяйка отказала Лазарю, ответив, что весь урожай погиб на солнце, а в корзинках лишь соль. Возмущенный жадностью и ложью женщины, Лазарь проклял это место, превратив его в бесплодную соляную пустыню. Ученые считают, что эти водоемы раньше были морским заливом, отделенным от моря вследствие смещения тектонических слоев после крупного землетрясения. Тем не менее, в настоящее время нет единого мнения о природе сохранения высокого уровня соли в озерах. Либо под озерами находятся крупные отложения соли, размываемые в зимний период дождями, либо сохранилась связь озер с морем. Вне пляжного сезона туристы приезжают сюда, чтобы видеть стаи розовых фламинго. Их прилетает от 2000 до 12 тысяч, и они обитают тут всю зиму. Зрелище уникальное, очень красивое. Благодаря своей расцветке их видно издалека. Также здесь появляются сотни других птиц, за которыми тоже интересно понаблюдать.